Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня мне пришла посылочка с AliExpress и пришла очень нужная вещь для активного отдыха, причем для любого, для рыбалки, для страйкбола, для поиска сокровищ, да для всех активных хобби на природе. И самое интересное, что посылка шла через Германию, через Украину. Также на конверте было написано «Польша». И посылка пришла за 23 дня. А пришли мне вот такие вот рации. Фирма Baofeng. Модель BF 888S. Сразу хочу сказать, диапазон частот здесь разрешенный. Есть в Белоруссии перечень устройств высокочастотных, на которых не надо иметь лицензию и которые разрешены. Как видите, посылочка пришла целая. Тут небольшие вмятины. Это не столь критично. Но главное, что рации пришли в фирменной упаковке, что уже очень приятно. Они просто закинуты в пакет. И вот так вот все упаковано. Сейчас посмотрим. Это паспорт. Как видите, в комплекте две рации. Рации довольно тяжелые. Весь комплект весит 680 грамм. Ну, на ощупь довольно неплохой пластик. Ничего не, нету никаких ни люфтов, не хрустит. В принципе, вы знаете, довольно довольно приятная вещь на ощупь. Переключение каналов на английском языке. Она с нами разговаривает. Фонарик. В принципе, самые необходимые вещи присутствуют. Посмотрю поближе. У рации 15 каналов переключения. Вторая рация также без люфтов. Фонарик работает. Как видите, пришли заряженные. Прием, 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 прием. Да, немножко фон, что рации рядом находятся. Прием, прием, прием. Надо дальше отходить. Прием, прием. Сейчас вскроем аккумулятор. Батарея 1500 мАч. Диапазон раций, фирма, 3,7 вольта, 5 ватт. Ну, как видим, рации даже заряжены. Также пришло два зарядных устройства.
под рации, гарнитура. Это уже очень круто, когда в комплекте есть гарнитура. В наборе присутствуют два зажима для раций. Прикрепляются они на два болта. Два болта установлены на рации, откручиваются и прикручиваются. Довольно крепкая пружина. За счет этого будет хорошо рация держаться или на портупее, или на кармане, или на жилет можно подвесить. Также можно спрятать рацию внутрь и пользоваться гарнитурой. Ну а в целом, друзья, набором очень доволен. Качество мне понравилось. Конечно же, выбирал я все по отзывам. Сначала почитал, посмотрел, сколько хороших отзывов. Плохих практически не было. Пишут, что рации работают до 3 километров в открытом поле. Но это я все уже проверю, конечно, когда сойдет снег. Когда выйду в лес на рыбалку и смогу проверить данные рации. Кому интересно, ссылку оставлю в описании под видео. А на этом буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео в соцсетях. До новых встреч, друзья!